В Российской академии художеств состоялась торжественная церемония награждения победителей 6-го международного профессионального конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший проект 2019 года. В одной из наиболее престижных номинаций «Лучший проект по благоустройству и созданию комфортной городской среды» диплом первой степени получил Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.